Объем выделяемых средств утвердили на заседании комиссии по распределению межбюджетных трансфертов. В прошлом году Владимир Путин одобрил перечень показателей для стимулирования регионов за их работу по нацпроектам. Их 15. Это уровень доверия к власти, экономические и демографические показатели, доступность жилья, комфортные условия городской среды, а также состояние дорог и экологическая обстановка.